Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. И сегодня у меня будет видео распаковка по ссылке с сайта Василек, любимый Василек. Ссылочки я вам оставлю все внизу в инфобоксе. Так что, кому интересно, оставайтесь со мной. Итак, давайте я начну с мужчин, как всегда. Для них всегда обязательно что-нибудь заказываю. Заказала своему мужу вот такую толстовку. Она обычная, хлопковая, идет. Ну, обычная, самая простая, она черного цвета. Здесь идут вот такие кармашки, и на рукаве нарисован вот такой волк. Девочки, маломерит на размер, имейте это в виду. Моему мужу подошло, но мне кажется, вот мое личное мнение, что вся мужская одежда маломерит на размер. Это мне так кажется, а то и на два где-то бывает. Но вот данная толстовка вот 100% на размер маломерит. Но я заказала ему больше, зная это. И здесь вот на рукаве вот такой рисунок в виде волка. Ну, нормально, хорошая, обычная, тонкая, хлопковая толстовочка. И здесь вот такие завязки, которые завязываются на капюшончике. То есть их нужно затягивать, да, ничего не висит, не болтается. Вот, так что вот такая. Ну, мне понравилось на слегка прохладную погоду вечером. Вообще отличный вариант. Ну и черного цвета, как мои мужчины любят, конечно же. Так, а моему младшему сыночку я взяла вот такой вот костюмчик военный, вот такого расцветка, желтый военный, то есть такого у него еще не было, поэтому я ему, конечно же, с удовольствием взяла. Обычная такая толстовка, очень качественно сделана, ну, по крайней мере, на мой взгляд, очень добротно. Здесь вот просто расстегивается, и с этой стороны она идет вот такая, то есть достаточно такая тепленькая, но не сильно утепленная, но тепленькая. Видите, сделана как такой трикотаж, хлопковый такой, кармашки. Очень, ну, по мне, так очень хорошо сделано. Вот такие рукава, ну, просто, просто военная тематика, конечно, моих мальчиков не оставляет, поэтому я им и беру такое. Капюшончик достаточно большой, и идут к нему такие штанишки тоже. То есть это такая не тоненькая ткань, а плотная, но не с начесом, да, как я это называю. Значит, идут вот такие кармашки здесь, завязочка на резиночке. Но единственное, что штанишки не на полненького ребенка, вот, ну, на мой взгляд. Хотя мой не худенький мальчик, вот, но ему подошли. Очень даже. Я взяла размер 128 на ростовку. И, на мой взгляд, идет размер в размер. Моему немножко длинноватые штаны. Вот. Но, в общем и целом, очень даже неплохо. Вот так вот марка называется. Видите, даже здесь вот прошито. Вот так. То есть, вот этот костюмчик по качеству мне понравился очень. Вот. Так что моего младшенького обновочка. А своему старшему сыночку и также племяннику своему я заказала одинаковые шорты. Вот эти шорты безумно нравятся моему старшему сыну. Просто они обалденные. Вот на жару вообще нереально. Они тоненькие, очень удобные. Нигде не натирают, не жмут. То есть он их носит, вот я вам серьезно говорю, я снимаю, стираю, высыхают они, он их одевает снова. Нигде они не расползлись, предыдущие. Просто я, честно говоря, не успеваю даже стирать. Не расползлись вот здесь, вот, знаете, бывает по шву, вот с этой стороны они расползаются. Единственное, что они садятся, это правда. То есть я заказала вот 46 размер, да, своему старшему сыну. И они ему, ну, здесь они ему свободные, но они подсаживаются через какое-то время и по длине немножко подсаживаются. Но они очень удобные, мой просто без ума. И вот точно такие же, только я взяла уже 54 размер с учетом того, что подсядет своему племяннику. Вот, и племянник моему 16 лет, и я думаю, что ему отлично подойдет. Приедет ко мне в гости, и как раз я ему все отдам. Вот, обещал ко мне приехать в скором времени, так что будут они у меня одинаковые.
Ну и дальше здесь уже, скажем так, все для меня. Я заказала себе нижнее белье. Девочки, решила попробовать. Долго я смотрела на все это дело и решила, почему бы и нет. На такие дни, ну, девочки меня поймут, про какие дни я говорю. Я всегда беру недорогое белье, потому что мне жалко. Вот, ну, вы поняли, о чем я, да, говорю. И я решила попробовать взять три пары. Вы знаете, мне понравилось качество. Очень даже. Во-первых, вот эти вот такие как шортиками, да, они сделаны, они очень мягкие, просто мягчайшие. Не знаю, расползется вот это все или нет, но я сомневаюсь. Здесь идет такая резиночка, вот такие вот еще взяла, тоже очень мягкие, девочки, вообще. Вот здесь вот хлопочек, да, на попе, соответственно, тут внутри тоже хлопочек, и идет вот такое мягчайшее кружево. Вот я взяла 42-44, я уже померила, мне очень хорошо подходят, девочки, вот на такие. Ну и вот эти я просто взяла с бабочками, отличный вариант. Ну вот пока что мне нравится, вот прям понравилось качество. Также я себе взяла носочки, здесь была упаковка, в упаковке, соответственно, 6 пар, значит, 2 пары серых, 2 пары черных и вот такие фиолетовые, но не больше, наверное, такие фиолетовые, да, и бордовые, обычные носочки, самые простые, они достаточно тоненькие, очень мягенькие, такие как трикотажные сделаны, хорошо тянутся, но они такие тоненькие, вот на прохладную погоду вечером одеть самое то. 37-41 бамбук. Вот такие носочки. Носочки всегда пригодятся. Ну, еще, скажем так, из белья я себе взяла вот такой комплект. Ночная сорочка и халатик. Очень мне понравилось, как все это дело выглядит на сайте. И вы знаете, сейчас вот нисколечки не разочарована. Это такой как трикотаж. Так, сейчас я вам поближе. Как трикотаж. Вот, видите, это трикотаж. Такой достаточно тонкий, но при этом мягкий, очень-очень приятный. Идет халатик с кармашками, вот такая ночная сорочка. Здесь прозрачное кружево, маечка, ну такой как маечкой, да. Мне кажется, очень симпатичный. Я взяла 44 размер, я примерю, вам обязательно покажу, как смотрится. Здесь коротенький рукав и, соответственно, идет пояс, да, к нему. Сейчас померю, вам покажу, девочки. Так, ну что, вот этот комплектик вместе с халатиком мне очень нравится, девочки. Мне кажется, вообще обалденно. Очень приятный к телу. Здесь идут такие завязочки, и внутри идет вот такая завязка, я так понимаю, ну, чтобы не распахивалось, да. Куда-то туда можно завязать. А, вот, вот еще. Вот, то есть, чтобы не распахивалось. Очень классного качества. Здесь, соответственно, она прозрачная, идет не в облипочку, а вот так вот, да. Очень сидит хорошо. Мне кажется, вообще классный халатик, такой рукавчик. Мне прямо очень нравится, девочки. Вообще класс. Также я себе взяла вот такое платье. Платье маечкой такой. Я на самом деле взяла 46 размер, потому что побоялась, что подсядет. Но я думаю, что это не сядет вещь, хотя все может быть, потому что я думала, что это будет прямо хлопок-хлопок, а это как трикотажная такая ткань. Оно длинное, и по бокам идут вот такие разрезы, да, то есть разрезы. Ну, в общем, я сейчас примерю, девочки, вам покажу. Захотелось мне что-то такого длинного сейчас ходить, потому что коротенькое, конечно, все замечательно, но иногда хочется что-то, вот видите, 46 размер я взяла. Сейчас примерю, посмотрим, может быть, и не зря взяла 46 размер, потому что я когда достала, но по мне, так может быть, это даже 44. Вот такой зелененький, на самом деле в жизни он поярче цвет, чем сейчас на камеру. На камеру он такой более приглушенный зеленый. Вот, зелененький цвет я люблю, поэтому я думаю, что дома такое платье для дома майкой вообще супер. В общем, сейчас пример покажу. Итак, вот это зеленое платье. Ну, я бы не сказала, что оно сильно прям уж мне велико, да, если смотреть вот здесь вот, то сверху сидит вообще нормально. Здесь вот достаточно широкое, но с другой стороны я такое хотела. Плюс все-таки, может быть, если подсядет, хотя я сомневаюсь, что оно подсядет. И вот так вот. То есть вот такие разрезы идут, вот, и вот так вот оно на мне выглядит. Но я такое хотела, чтобы было длинненькое, потому что иногда хочется что-то такое длинное одеть дома, вот. Но мне кажется, очень даже неплохо смотрится, да, так струится по фигуре, да, вот.
Ну так, неплохо. Мне нравится. Мне нравятся девочки, на самом деле. И даже хорошо, что я взяла 46 размер. По нему не скажешь, что это 46 размер. То есть, если, мне кажется, брать все-таки вот данную маечку на размер побольше, ну или подобные, да, и тогда будет отлично, очень даже хорошо сидеть. А вот эта вещь камера придает ярче, чем она есть на самом деле. Такой красная. Вообще, это туника была. Вот с такой. Я думала носить ее под леггинсы, но вообще это выглядит как платье. То есть достаточно длинный, на мой взгляд. Вот, ну, с леггинсами тоже будет отличный вариант. Значит, взяла 44 размер, чтобы было тоже свободненько, потому что что-то не всегда хочется дома в облипочку, да, носить. Иногда хочется, чтобы было свободно. Но сейчас тоже примерю, покажу. И мне кажется, вот от зеленого вот это не сильно размер отличается. В общем, сейчас примерю. Итак, вот это платьице, девочки. Ну, я думала, на самом деле, что это будет что-то типа удлиненной футболки. Такой длинный, но красный цвет. Я люблю красный цвет. Вот. Удлиненной футболки. То есть, ну, где-то вот так вот она будет. Я не знаю, почему-то я так думала. Почему, не знаю. Но в итоге это выглядит как такое платье-футболка. Очень, кстати, классно вообще. И видите, 44 размер я взяла. То есть, вот эта футболка, она уже идет размер в размер. Вот, видите, она достаточно свободная, но это хорошо. Я хотела, чтобы была свободненько. И мне кажется, подобного плана вещь тоже должна сидеть свободно. Очень тоже приятное качество. Вот это такая как наклейка. Не знаю, долго она продержится или нет, но вот все то, что было с наклейками, в основном то, что было для деток, вот с такой, я, ну, у меня не испортились. Вот. Так что, ну, платье класс, мне нравится. Ну, я люблю красный цвет. Вот, мне его не так много в гардеробе, но мне кажется, он мне хорошо смотрится. Платьишко вообще отличное, смотрите. Вот, то есть вот эта футболка, ну и подобные, да, они идут размер в размер, получается. И еще, девочки, пока есть на сайте, я себе взяла две пары леггинсов. Я в прошлый раз брала точно такие же, только, по-моему, без вот этих цветочков. Вот, ну, в общем, что-то похожее у меня было, да. Мне очень понравились леггинсы. Во-первых, они классно сидят, они очень хорошо вот здесь вот тянутся. Мне даже все равно вот на этот рисунок, на самом деле. Но вот я вообще очень качественные, я их уже носила, они теплые. То есть на вот, например, осенью, да, там в августе, когда у нас уже будет достаточно прохладно, что-то там делать, допустим, в огороде или что-то в этом духе, это вообще идеальнейший вариант. Они тянутся, и они вообще как будто незаметны на ногах, да, и не преет кожа, ничего. Мне очень понравилось, понравились они, поэтому я думаю, пока они есть, надо брать еще. Вот взяла одни такие со светлой полоской и более такие темненькие. Классные, вот эти леггинсы очень советую, очень классные, очень хорошо тянутся. Так, ну, девочки, ну вот эти леггинсы очень классные, они очень классно сидят. Но я померю вам сейчас одни. Смотрите, они плотненькие, тепленькие. Есть там вариант без вышивки. Вот я в прошлый раз брала без вот этой вышивки. И это прямо, то есть видите, прямо вышито, не наклейка какая-то, а именно вышито. Слушайте, они мне очень нравятся, они очень удобные, очень классно сидят, прям вообще. Леггинсы вот эти огонь. И я еще, девочки, взяла платки, потому что в прошлый раз, когда их брала, мне очень понравилось их качество. Хотя, конечно, по составу можно, наверное, поспорить, да, с ними. Я в этот раз взяла вот такой, это называется русский платок, да. Мне очень понравился, понравилась расцветка. Он вот такой беленький. И идут кисточки. Вот состав: шерсть 80%, 20% вискоза. Девочки, ну это просто обалденнейший платок, реально. Реально обалденный, он очень классный, качественный, мне очень понравились. И еще я взяла вот эти платки, которые идут, у них написано, что это шелк, 100% шелк. Но вообще я, кстати, почитала в интернете, что это, ну, как бы синтетический материал, который по свойствам очень схож с шелком, то есть типа искусственного шелка, да, что-то такое. Мне тоже очень понравилось качество платков, в предыдущий раз я заказывала, сейчас вот обновился ассортимент, поэтому я и набрала, скажем так. Вот такой мне очень понравился, вот этот вот, мне кажется, очень красивый. Да, вот такой. Правда, я что-то в одной цветовой гамме, можно так сказать, набрала. Но мне очень нравится. Смотрите, как симпатично смотрится, да? Очень классно. Очень они мягкие, прям вообще класс.
Вот такое вот взяла. У меня как раз есть такое пальто. Ну, не пальто, а такое типа... Типа такого прохладненького пальтишки мне как раз очень подойдет. Вот такое. Вот тоже симпатичный, на мой взгляд. Вот. И еще вот такой взяла. Мне тоже понравилась очень расцветка. Достаточно такой яркий, классный. Мне кажется, будет просто потрясающе смотреться с розовеньким. Очень тоже симпатично. Так что вот такой вот у меня был заказ. Мне все очень-очень понравилось. На самом деле качество васильки мне действительно очень нравится. Все ссылочки я вам оставлю внизу в инфобоксе. Ну и на сегодня я буду с вами прощаться. Я надеюсь, вам понравилось такое видео. Оно было для вас полезным и интересным. Не забывайте подписываться на мой канал, кто еще не подписан. Ставьте пальчики вверх, мне это очень приятно. Всех люблю, целую, до новых встреч.